Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о повышении уровня вибрации, об осознанности, как обычно, потому что наше пространство перешло в новую эру, и в связи с этим появилось огромное количество New Age течений или течений новой эры, которые ведут, по сути, к осознанности, ведут к тому, чтобы мы становились единым целым, чтобы мы становились целостными. И раньше нам нужно было, возможно, годы-годы тренировок и, возможно, не одна жизнь, гуру, мастер, тот, который, ну, по сути, давал нам техники, мы их выполняли и так далее. Сейчас же это все гораздо быстрее и настолько ускорилось, что появилось огромное-огромное количество течений, даже бывает зачастую сложно выбрать, чем заниматься, то есть какой технике отдать предпочтение, технологии и так далее. Самое главное, что появилась возможность напрямую идти к источнику, к вот этому состоянию целостности, то есть минуя просто какие-то вероисповедания или гуру, или мастера, то есть на самом деле теперь каждый человек может стать целостным, свободным. Раньше это тоже было возможно, но сейчас процесс быстрее, то есть он ускорился. И все больше и больше людей, я имею в виду в западном мире, понимает, что духовность – это на первом уровне. Потому что что такое духовность или целостность, осознанность? Это способность наблюдать то, что происходит, принимать решения и действовать. Действовать каким образом? Когда у человека много единиц внимания в настоящее время, он свободен и счастлив. То есть его невозможно обмануть, его невозможно там как-то подавить и так далее. Опять же, ложь разрушает нас и ведет к тому, что мы приходим к разногласиям, к каким-то ложным вероучениям, начинаем сталкиваться с друг другом. И по сути, это приводит к тому, что люди воюют, убивают друг друга, убивают животных, разрушают окружающий мир. И моя цель вот при создании Академии Счастья – это создание пространства любви, счастья, гармонии. То есть, и, соответственно, это подкреплено технологией. Технология счастья, технология освобождения. Потому что, когда человек в действительности может быть свободным, то он действует, исходя из собственного понимания, из внутреннего авторитета. Он не действует, ссылаясь там на какие-то источники, на какие-то, возможно, да, непроверенные или ложные данные. Он действует из сердца, можно так сказать, из сознания, из целостности. И вот чем больше таких людей становится, благодаря вот течением новой эры и практикам, которые помогают увеличению осознанности, тем лучше становится каждому из нас и вообще в целом Вселенной, игровой площадке, животным, растениям. Поэтому моя цель, это которой я приглашаю и говорю, давайте будем объединяться и помогать друг другу в увеличении осознанности. Сейчас это гораздо проще, потому что есть технология повышения осознанности. Эта технология называется процессинг, процессинг счастья. И с помощью нее каждый человек может в действительности стать осознанным и счастливым. То есть может увеличивать свой жизненный потенциал, свои, ну, можно сказать, все характеристики, которые присущи духовному существу. И поэтому мы можем объединяться и помогать друг другу в этом. Кому интересна эта тема, то пишите мне прямо в комментарии или в личные сообщения. Все мои контакты, мои группы указаны прямо вот в этом описании, в этом видео. И рекомендую, конечно, прочесть мою книгу «Миры вечного познания». Она как раз об этом, о просвещении, о счастье, об осознанности, о том, как можно создавать целые вселенные. И, конечно, друзья, буду рад, если вы поставите оценку нравится этому видео, поделитесь им со своими друзьями, а колокольчик для напоминаний, для того, чтобы вы знали о том, что выходят новые видео на моем канале. Подписывайтесь на него и ожидайте новых видео, они выходят практически каждый день. Вам счастья, гармонии, осознанности и новых осознанных вибраций. До скорой встречи!